следовать с вами, Олд Геймер, да? Погнали, блядь. Я хочу вон тот корабль захватить, блядь. Сука, он большой, конечно. Плохо дело. Бриг, спустить все, кроме кота. Стал, работает. Веселя отдать, вперед. Осторожнее, Эдвард. Блин. Готовы, сэр. Убавить паруса от бури! Все наверх! Бомбра! Блин! Отлично! Готов к бою, сэр! А, блядь! Блин! Отлично! Давай, 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 давай! Нас попали! Давай, давай, давай! Блин! Отлично! И еще разок! Давай, давай! Готовы, сэр! Блин! Сука, блядь! Выстрел цепным их замедлит! Блин! Только скажите, как! Да не говори! А, блядь! Трави! Хороший залп нам поможет! Давай! Паруса бросопи! Должны взять его на абордаж, блять! Блин! Пойдем на перерез! Боя готов! Спустить бомб Марселя и Марселя! Блин! Сау! Мы их ударим! Сука! Корабль считай, что плачется! Не говори! Ничего. Отдать кроты. Давай. Готов к бою, сэр. Нам отлично помогут снаряды. Блин. Еще воды, быстро. Еще чуть, и он будет, блядь, будет наш. Давай. Давай, 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 мы должны. Трави, Нагитовы! Выбирай, выбирай до конца! Свободу гротам! Все наверх, отдать гроты! Давай, абордаж! Давай! Все! Взяли, блядь! Наконец-таки! Ух, нелегкая быть работа. Металл 55, блядь, сахар, экипаж, блядь, три человека. Починить галку, это конечно, блядь.
Ух! Подлюка, блядь. Но ничего. Мы захватили груз. Пригодится, чтобы улучшить корабль. Супер. Паруса к ветру. Так. Слушай, там какой-то груз был. Надо, блядь, его забрать нафиг. Все, да. Стоп. Так, ладно. Отлично. Нам осталось еще 13 железяк, блин, найти. И будет. Это у нас кто такой? Там, блин, два. Нахрен нам два. Металл 65. Спустить все, кроме гротов. Ничего, сейчас они как-нибудь. Поднять брамсели. Ждем. Он куда идет, блядь? Туда идет, туда идет. Этот непонятно. Нам нужен вон тот. Ждем, ждем. Этот нам нахер не нужен. Нам нужен металл, блядь. Паруса отдать! Круче к ветру! Пошли нахер. Затем погоню, блядь. Вот нам то, что нужно. За металлом, блядь. Накидывай! Убрать крюс, Марселе! Марселя! Промселя! Все паруса отдать! Погнались за ним. О, металл, слушай. Рити, Марселя и Марселя! Отлично. Лишнего не дам. Да. Не врезаться бы куда-нибудь. Отлично. Чё, вы спятили? Чтоб каждый парус наполнился ветром. Там еще враги, капитан.
Убавить для себя! Дьявол мимо! Блин! Ударим по ним здесь, Кэп! Готовы, сэр! Сэри! Открылись! Вдарьте-ка по ним, сэр! К бою готов, сэр! Блин! Там у него уязвимое место, сэр! Надать скорости! Все паруса отдать! Паруса отдать, свинья! Удар серьезный! Нужно пол корабля в щепки! Да не говори, блядь! Сука! Охотники за нами идет. Охотник — это хорошо, блядь. Сау! Все наверх, шевелитесь! Ждем приказа, сэр! Сау! Бой готов, сэр! Да не говори! Держитесь ближе, не протаранят. Блять! Сука! Уходим нахер! Не стреляют! Снаряды помешают им нас протаранить. Блять! Пойдем! Некогда! Мы еле живые. Они стреляют. Еще удар, и мы пойдем на дно. Блять, точно. Стреляют. Столкновение. Неплохо потрепали. Блять, пиздец, блять. Сука. Ебать копать. Ну ладно. Я бы заметил, что торговых судов в этих водах раза ладно. Больше, чем... Я понял, блядь, про трубу подзорную, блядь, и всякую хуйню, блин, посмотрим трубу, все, посмотрели, блядь. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного посолить. Этот... Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что Крэп сколько вздумается, капитан Кэмерон. Да. Блин! Заряжаем! Хороший залп там поможет! Живо! Оглохли там! Готовый пить, сэр! Держитесь! Попали, сэр! Выполняем! К бою готов, сэр! Рифить все морзеля! Не нарвитесь на снаряды! Блин! Блин! Разобьете попали корабль, прямо давай. В нас! Блин! Спешим как можем! Они стреляют! Сам! Нас задели! Стреляйте в снаряды! Подорвем морзеля! Промзеля! Бомбромзеля! Лиселя! Вперед, блядь! Вот так тебе! Ритм, вижу корабль! Военный брик на горизонте! Зоркий глаз, друг! Ты готов, Гэдвей? Этот корабль без боя не сдастся! Кто за то, чтобы взять брик? Крикните «да!» Это я и ждал услышать! Брик — это херня!
Все к пушкам! Осторожнее с ними, парни! Могут протаранить или обстрелять с борта. Попробуем на них бочонки с порохом, или как? Да! Да-да-да! Крепче найдешь! Быстро! Поймаем ветер! Да, давай быстрее к этому подходим! Все, что ли? Отлично, кое-что взяли. Отлично. Ух! Дерево, экипаж, зажигательные снаряды, хорошо. Починим всякую хрень. Ух! Так, этот мне нахуй не нужен. Мне нужны корабли с металлами. С металлом. Во! Только мне надо как-то их, блядь, развести, а тут два корабля, блин, мне... Ухерачат, блять. Брифит все марселя! Рот мачта! Топ фалы подтянуть! Тут непонятно, кто такой. Где-то тут человек, блядь, за бортом. Я его не вижу еще. О, погнали его. Да зараза, я знаю, что они стреляют, но... Ах ты гадина! А, блядь! Но мы держимся!
Этот мелкий, блядь, меня заебал, блядь! Уходим нахуй! Неудачно! А, сука! У нас пробойна, сэр! Стреляют! Ах, сука, блядь! Как же я уёбся тут. Марселя, ты должно быть заметил, что торговый... Я... Блядь. Когда же эти, блядь, подсказки-то нахуй? Это значит... Да, придет. На мелкую. Точно. Так что грабь, сколько вздумается, капитан. Ну, я уже заебался тут грабить, сколько вздумается, блядь. Сюда надо уходить, нахуй. Вон-то у нас то, блин. Ром-сахар. Жалко, у меня тарана нет, блядь. Тут надо уходить, тут эти. Удачная позиция. Ждем приказа. За нами корабль. Еще чуть-чуть, сэр. К бою готов, сэр! Спустить процеляйте! Вижу корабль! Военный бриг на горизонте! Ты готов, Кенвей? Этот корабль без боя не сдастся! Кто за то, чтобы взять бриг? Крикните так! Это я и ждал услышать! Готовимся к бою! Все к пушкам! А, блядь! Черт! Протаранить или обстрелять с борта? Попробуем на них поселки с бортом, или как? Да, это мы. Зараза. Накидывай! Убрать, я сказал! Фок убрать! О! Его будем брать. Там еще какой-то мелкий, блядь, засранец. Все паруса отдать! Бомбрамсели, круче к ветру! Там мост мелкого надо засранца завалить, блядь. Блин! Ну попади же ты уже! Готовы, сэр! Хороший залп нам поможет! К бою готов! Блин! Рики марселяет на вселя! Блин! Почти готовы, сэр! Блин! Не попали! Держи!
Держите штурвал! Проклятие! Да что я, блядь, нихера не вижу, нихуя! Готов, блядь! Он идет ко дну! Отдать все, вперед! Тут человек за бортом. Там товар. Спустить бомбы на себя и Марселя. Еще паруса отдать. Бросок Петрей, поднять паруса. О, теперь пошли за тем, блять. Он там один. И это хорошо. Там мы должны будем с ними захуячиться. Вперед! Тут, конечно, интересно, блин, по сравнению там. Какие-то бои, блин, хуй, да еще человека, блин, спасти нахер. Спасем. Тут человек! Думаю, он еще дышит! Давай его сюда. Ну, здесь нету розы ветров. Вот в Корсарах там пользуешься розой ветров, заходишь оттуда, отсюда, блин. По ветру, против ветра. А здесь, блин, ты просто нахуй хуячишь, блин, и все, пиздец. Но своя прелесть в этом тоже есть. Правда, уже заебало меня тут, блин, скакать. Давай, давай. Блин! Убавить паруса от бури! Сам! Ищ, Брик! Это испанцы! К бою готов! Да! Пойдем на перерез! Нас продаранят! Меньше ход! Убавь парусов! Готов к бою! Спустить паруса! Ловим ветер! Блин! Нам отдать кровь! Проклятие! Осторожней, капитан! Спустить все, кроме кровь! Сейчас будет залп! Блин! Блин! Да! Не бери их заметно! У нас пробоина! Блин! Давай еще разок! Давай еще залп. Пойдет плюс, спускает снаряды. Попали, сэр. Залп. Нет. Ай, блядь, сука. Идет. Это дело, сэр. К бою готов, сэр. Ах ты гадина, блядь. Мелкая, блядь. Ох, сука! Убавить ли себя! Он брался ли убрать? Блин! Только ск... Ли себя отдать! Вперед! Блин! Выполняем! Пушка готова! Рифит все Марселя! Еще разок! Сука, блядь!
огнях! Стреляйте вон туда! Бли! Что угодно, только не бою готов! Сам! Еще чуть, блядь, ребята! Держимся! Все паруса отдать! Блядь, я... Нихуя! Мы мигом, сэр! Есть, блядь! Готов к бою, сэр! Да! Че, вообще нахер расхерачили его, блядь? Спустить промзеля и бомбромзеля! Но! Фокер, Марсели убрать! Нагитовые! Вперед, парни! Наваляйте им! И познакомьте с британской сталью! Что-то я не вижу никого, блядь. Не пускайте их сюда. Не пускайте их сюда. Отлично. Вот абордажи тут, конечно. Всё, бля, взяли! Ууу, блин, наконец-таки я! Фух! Твою ж мать, блядь! Добрал я на этот раз металла этого ебаного, блядь! Металл, 65, блядь. О! Продайте Рома Сага Капитана, его капитан, получите 225 рублей. О! Починим галку. Ух ты! Бойня права. Что в итоге? Выгодная сделка, точно. Теперь самое время залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Да. Согласен. Как же нам избавиться от своей известности? Деньги, друг мой. Не сглупишь и дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Посмотреть. Так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Мудро, друг. О! Надо уйти от этих, блядь. Так, куда ж надо уйти? Где-то я, блядь. Так закрутился. Во, блядь. Хуя я уплыл. Ебать копать, блядь. Идем прямо на утес, сэр. О, блядь. Ебать копать, блядь. Ты не мог раньше сказать, блядь. Капитан на вахте. Отдать гроты по ветру. Пойдем. Марселя. Уходим. Мне надо, блин, от этих просто уйти, нахуй.
снаряды помешают им нас протаранить. Сейчас будет залп! Держите штурвал, сэр! У нас пробоина! Не говори, уходим. Куда идем? Пункт назначения, блин. Надо сюда хуячить, блин, нам. А я плыву в другую сторону, блядь, пока. Так. Фигачим так. Убавить лиселя! Паруса убрать! Крепче вяжи! Мне надо в каюту капитана, блядь, срочно. Блядь, да что ты, ёб твою мать, блядь! Ладно, пока подождем. О! Бортовые орудия. Вот так, теперь мы стали помощнее. Корпус нихера. Таран, блядь, пока нихера. Ничего, блядь, не могу. Продолжайте, блядь, пока... Пока не сможете что-нибудь, блядь, сделать. Ну и продать что-нибудь. Продажи грузов. Ну и ром тоже продадим. Отлично. Во! Малый набор орудий. Вот теперь-то, блин, мы как бы... Выходи ты, блядь! Пошли, нам надо срочно, блядь, в наш порт. Да, мы стали лучше. Куда-то я, блин, меня ж... Капитан на мостике. Свободу гротам! Еще парусов! Погнали! Доберитесь до вашей цели. А там что эти? Ух ты, блядь! Что угодно! Уходим.
Если пойдут на таран, нам отлично помогут снаряды. Да, мы не будем их таранить. За нами там гонятся, нам надо сейчас другими делами заниматься. Выстрел цепным их замедлит. Некогда нам цепным, у нас охотники, блядь, на хвосте, нахуй. Цепные, блядь. Уходим. Охотники должны нас потерять, блядь. Надо сначала сделать кое-какие дела, а потом уже, блядь, все остальное. Сейчас доплывем. Осталось-то всего нихуя. 2,5 мили. О, сохранение, это хорошо. Ух. Блять. Да-да, охотники потихоньку отстают, теряют нам интерес. Человек за бортом! Слева, сэр! Этот бедняга выжил! Отлично, забрали. О, узнаю остров, я тут давно сэр, но это потом. О, блять. Ёптыть. Херачим тут. С теми потом будем разбираться. Мне надо доплыть как-то. А мы же можем быстрое перемещение, да? Наверное. Да, и какого хуя я буду, блин, грябать сюда, когда можно... Оп! А, быстрое перемещение недоступно. О, блядь. А жаль. Ну, ладно. О, еще один бедолага. Че вы тут все плаваете? Там кто-то в воде. Живой, сэр. Да. Зараза. Вперед! Доплывем, познакомимся. А то я и так тут, блядь, не по сюжету, тут долго, блин, эти. Ну, пока научился воевать. Блин, не так просто. У меня теперь орудий побольше, теперь будет получше. О, блядь, чуть не пролетел. Убавляй от ветра! Марсели, гроты убрать! О! Давно пора!
Так, чуваки, нормально. Чуть не упал. Ладно, давай вот с этим поговорим, а потом уже все остальное будет. Хоть не с этим. Ну, с этим тоже можно поговорить. Кале трой пораки, капитан. Кале, блядь. Хуя. Косточку. Продадим. Не, акулу, блядь, мы нихуя не будем. Que el destino le sonría, капитан. Да. Так, ладно, пойдем. Где этот, блядь? Вон он, поговорим. А, вон ты, блин. Ну ладно. Давай, взятка. О! Все, за нами теперь не охотится. Браво, Кенвей! Да. Ты создан для нашего дела. Что точно. Что в сердцу, то не в тягости. Точно. Ха-ха. Здор. Отлично. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Да. Боже, да сам себя послушай. Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит, только помани. Да. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Точно. Бухнем. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Да. Уговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. Да, люблю. И выгодно, если получится. Отлично. Да. Это идея. Ну вот, задание выполнено, все. Фу, блядь, наконец-таки. Ограбьте охотников за пиратов, украдите сахар, блядь. Да и хуй с ним, не ограбил. Некогда было. Да уже надо настопить дело, блядь. Известность снизилась. Обнулена. Ну ладно. Так, народ, пока перерывчик небольшой. В следующей серии отправимся, что там тут... Что-то нам надо сделать. Ладно, потом разберемся. Пока-пока. Хе-хе.